Ее нашли за городом прошлой зимой, в мусорной яме, с перебитыми лапами. Сбила машина, бросили умирать. Нашли случайно. Одни люди увидели, написали в соцсетях, другие откликнулись, забрали, отвезли к врачам. Кто-то назвал ее Шави, по-грузински значит черная. Обложили ее горячими бутылками, одеялами. Сделали все, чтобы она просто не умерла, не перемерзла. Потом была операция, у Шави в лапах металлические штифты. Нина тогда взялась выхаживать животное, зная, что навсегда оставить у себя собаку не сможет. Стали искать новых хозяев. Нашли их на границе Воронежской области, отвезли Шави туда. Казалось, история окончена. Сколько их брошенных животных, которых подобрали и которым нашли дом. Нина говорит, как-то шла по улице и вдруг почувствовала, что кто-то толкает ее в ногу. Я поворачиваюсь, она сидит вообще без сил, без ничего. Просто сидит, не двигается, ничего. У нее слезы, я смотрю, моя собака, у меня слезы. Оказалось, Шави сбежала от новых хозяев и вернулась в Ростов. За 300 километров на больных лапах, 4 часа езды на машине. Сколько ушло времени на дорогу у собаки, можно только гадать. Не одна неделя, но и это еще не все. Это не книга и не кино. Шеви разыскала дом Нины, но оказалось, что здесь теперь живут другие люди. Как спустя время полуторагодовалая собака смогла найти в миллионном городе нужного ей человека? Загадка. Верность. Вот что, кажется, может все объяснить. Хирурги этой ростовской клиники делают множество операций, подобных той, что поставила на ноги Шави. Но они никогда в своей практике не встречали животное, у которого бы был такой точный внутренний навигатор. Не все только на рефлексах строится. Ну, видимо, какая-то деятельность у собак более высокая, чем мы привыкли о них думать. Шави до сих пор боится чужих людей. Когда ее нашли умирающей в яме, заметили следы ошейника. Как такую собаку можно отдать? Мы подали? Наверное, мне кажется, никто бы не отдал, если бы собака такой путь большой сделала. Святослав Гордин, Сергей Смирнов и Александр Новиков. Телекомпания НТВ. Ростов-на-Дону.